Всем добрый день, дорогие друзья. С вами снова Некрос, и добро пожаловать в Mortal Kombat 11. Боевая лига. Боевая лига. Так, за кого? Порт Реликвия, да? Давай Порт Реликвия. Ой, что-то у него какой-то хлам, честно, в скиллах. Очень опрометчиво. Ноги вообще не блокируют. Вообще не блокируют ничего. Ничего не блокирует. Про блок этот игрок не знает. А, зря. Надо ж сначала это, тренировку, наверное, пройти. Инструктаж в игре пройти. И на Скорпиона инструктаж пройти. Так не играется. Ладно. Может быть... А кто его знает? Может быть, он прикалывается. Кто его знает? Такое тоже может быть. Отмена, мощный удар Дим. Вот это уже больше похоже. Вот это больше похоже. Может быть, там прикол просто какой-то. Надо всегда этого ждать. Вы же понимаете, что таких игроков хватать бессмысленно. Там мэш апперкотами будет. А, ну, то есть при этом комбинацию он делает, ну, он как бы умеет делать чуть-чуть. Хорошо. Ну вот здесь 38% уже что-то может быть такое, да? Scorpion. Tarkatan Warcat.
Что там по вариации? А, без... Без этого, без отмены телепорта. Ну, вообще, новость хорошая. Ну, а ждать можно чего угодно. Вообще, новость, конечно, хорошая. Ну да, это получше уже. Этот получше. А это... Не. Ага. Ну, типа, его можно, конечно, кое-где переиграть. Но это уже будет посложнее. Ну, допустим. Допустим, пока так. Нормально. Что-то долго мы играли вообще.
Конечно. Пришлось, конечно, темп боя замедлить. Ну. Урок очень не кстати. Ну вот сейчас надо было как-то, да, поаккуратнее. Ну вот как-то так, да. Но было сложновато, конечно. Учитывая то, что я еще и не играл миллион лет. Я последний раз когда играл-то? Несколько недель назад или когда? Месяц-два. Ну вот так, короче. А всем спасибо за просмотр. И всем пока.